Всем доброе утро. У нас уже наступил другой день. Скоро поедем на озеро жарить шашлык. Все покажу. Сейчас покажу, сколько градусов. Вчера передали 29. Нет, тут уже плюс 32 в тени. Надо еще взять, получается, кирпичи, как мангал будет. Вот, положил тут дрова, такую лавочку. Это типа столика будет. Так, тут пакеты. Надо взять еще кирпичи. Так, вот эти кирпичи возьму. Вот тебе надо кирпичи взять. Хоть ветерок немного обдувает. Так вообще жара. Сейчас занырнуть. Уже охота побыстрее. Кому не сложно, подпишитесь на канал. Мне будет очень приятно. Кому интересно смотреть влоги, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо. Смотрите дальше. Такое озеро, все купаются. Озеро вот такое большое. Ну так-то оно вообще большое озеро. Наверное, метров 800 ширина. Так, все, приехали. Сейчас надо все достать с багажника. Ладно, достану, включусь. Вот такие два стула выпсани для пикника. Удобненько. Я и не знал даже. Ветер дует. Костер разжегся вообще быстренько. Сейчас надо занырнуть пойти. Жарко очень. 33 градуса на улице жары. Еще один день покупаете, а потом все уже. Приметы никогда сюда не возил. А Аня-то с Лехой я же здесь забирал. Она сгорела-то была. Рыбачить полностью.
Не знаю. Они пешком туда и обратно, по-моему. Ну, конечно, я за ими езжу. Стёкчик горит. Отодвинуть. Шампура. А мы пойдем пока купаться, пока костер горит. Нанизываем шашлычок. Такой. Так, хватит. Замариновались хорошечно. Может, лук посередке, нет? Головка есть живок. Есть ножик? Есть. Он не сгорит, лук? Сгорит. Сгорит, значит, не надо. Вот что, блин, такая куча тут получилась шашлыков. Я не знаю, вот это надо распределить, наверное, по всем, чтобы ничего не осталось. Из себя строит. Куда? Вот это. Сколько тут осталось? Тут два куска куда-то надо вместить. Так, угли почти готовы. Прогорело. Все, уже поставил жариться. Они хоть не вертятся. Все классно. А две головешки не прогорело, я их туда положу. Они еще дымятся. Сейчас не хотела прогорать. Еще вот столько дров осталось. Назад заберем. Шашлык-машлык. Когда сам замаринуешь, вкусно получается. Брали в магазине готовый шашлык. Его есть невозможно вообще. Такой невкусный получился. Когда сам маринуешь, пальчики оближешь. По красоте, как говорится. Вы что, с воды не вылазите? Жарко? Да. Уже пахнет шашлычком. Скоро будут готовы. Самодельные лаваши. Там посмотреть, сколько народу. Вот тут народу куча. Сейчас попробуем. Нож, дай мне. Прожарку. Мне же надо разрезать. Одной рукой вообще неудобно делать. Ладно, сейчас разрежу. Включусь. Вот так прожарилось. Все отлично. Ножик дай мне.
буду резать. Пробуем. Маринад вкусный. Но оно пожарилось нормально. Вообще мягко. Идеально. Надо самим делать всегда мясо, а не в магазине покупать. Так, а вот это убрать или что? Двумя руками держи, а то она ломается. Вот такая вкуснятина. Печенес. Как Кузя говорит с универа. Кетчуп. Шашлык. Ладно. Кто ест, всем приятного аппетита. Мы будем кушать. Да вот не кетчуп мне. Так еще вкусненько. Кетчуп с лавашом. Самый классный шашлык. Маринад от Юли. Вот покажи, сколько еще осталось. Угу. Все наелись. Все наелись. Все. Всем спасибо, кто смотрел нас. Мой влог. Подпишитесь на канал, кому не сложно. Потому что смотрел. Смотрят без подписки практически много людей. Так что подпишитесь. Нажмите говорит, красную кнопочку. Если фото вот подписаться. Мне подойдет. Все. Половина, наверное, спасибо. Всем пока-пока.